Всем привет! Как же приятно просыпаться отдохнувшим, радостным и счастливым. Это происходит только тогда, когда человек видит красивые сны, где он находится в безопасном месте, окруженный теплом и добротой. Такие сновидения вы можете вызвать и сами, если немножко потренироваться. Самое сложное в управлении сном – это осознать, что это всего лишь сновидение, и там можно делать все, что хочется. Не устанавливайте себе ограничений, все события являются лишь плодом вашего воображения. Поэтому не бойтесь, например, упасть или разбиться. В ваших снах вы можете превратиться в сказочное существо или отправиться путешествовать. Никаких специальных упражнений для изменения сна нет. Это ваше подсознание, и вы сами им управляете. Чтобы осознанный сон появился, перед тем, как лечь спать, настройтесь на то, что вы будете управлять своей дремой. Вам нужно очень сильно этого захотеть. Обычно сон отражает те переживания и события, которыми был наполнен день, поэтому вам следует время от времени вспоминать о своем желании. Записывайте свои сны, заведите себе отдельную тетрадь и положите ее рядом с кроватью. Сновидение быстро забывается, поэтому его следует как можно быстрее запечатлеть на листе бумаги. Как только вы проснетесь, прокрутите сон в вашем уме и запишите его. Старайтесь как можно более точно передать все ощущения, которые были с вами во сне. Днем старайтесь прокручивать в уме приснившееся накануне, перечитывайте свою тетрадь. Сравните ощущения из сна и реальности. Найдите видимые отличия, так вы лучше настроитесь на осознание своего сновидения. Регулярно выполняйте это упражнение. Когда вам в следующий раз что-нибудь приснится, вы уже будете знать, что это не является реальностью. Попробуйте и воспользоваться такой техникой. В течение всего дня спрашивайте себя, а вдруг это сон? Обязательно задайте себе этот вопрос после каждого необычного или значимого события. Вспомните, как именно вы здесь оказались, проанализируйте свои ощущения, и однажды вы действительно зададите такой вопрос в своем сне. Во сне можно избавиться от множества своих страхов, просто прикажите его источнику явиться и поговорите с ним. Вы должны понимать, что это лишь всего лишь сновидение. Пообщайтесь со своим страхом, обратите внимание на то, что он скажет и будет делать. После этого вы уже перестанете бояться этот страх в своей реальной жизни. Если одно и то же сновидение вызывать много раз, например, сказочный домик-убежище в окружении красивой природы, то через какое-то время делать это будет совсем легко. Вы сможете быстро оказаться там, если вас преследуют какие-то проблемы, обставить свое жилище волшебными вещами, которые помогут вам восстановиться и хорошенечко отдохнуть.